Всем привет! Сегодня мы проходим квест за Грома. Сейчас посмотрим, как называется. Выиграй бой 8 раз с бойцом Гром. Покажу вам сверкание настоящее. Вау, видите, сверкает. Для вас прошла секунда, а для меня какое-то время. Вроде где-то, вроде минутки. Так. Примерно минуты. Так. Нахи, видали? О, я знаю, чтобы мы все победили, нужно вот так вот. Так. Отлично. Так, на тебе. Я вам сейчас дам. Буленок, получай. Буленок, ты куда рвешься? Так, на тебе. 8 бит. На тебе. Видали, как смачно вальнул? На тебе. Видали? Они сейчас думают, все, Грома нужно валить. Это 100 пудов. Так, ля-ля-ля-ля-ля, идем. На тебе. Кстати, прикольно то, что Гром насквозь атакует. На тебе. Ну, мы, конечно, воняло, но ладно. Блин, потратил ульту. Ничего страшного. О-о-о. Изи карточка была. Мне вообще играть за Грома нравится, потому что это имбище. Вот так вот. Никогда этот грустный смайлик не отправляю. И зачем он вообще? Зачем его сделали в этой игре? Непонятно. О, у Лика 1000 кп ровно. Прикол. Я люблю еще метателей и кто атакует насквозь. Вот метатель и атакует насквозь. Имба. На себе. Хотя ультануть. Ха. Нифига не утонул ты. На себе. Видали, как Спраут вонял Шелли. На тебе. Получай, получай, получай. Давай, валим каждого по отдельности. Вы чё сразу на меня? Чё не на Пэм или на Спраута? О, вот так вот. Победа. Соглашусь. О, Пэм согласился. Спраут, давай соглашусь. Отличная команда, я считаю. Вся команда согласилась. Им кранты. Так. Вот так вот. А теперь вот так вот атакуем. Ой, Байрон. Ты тут вообще не в тему. Как? Так. На тебе. Наконец-то. На тебе, блин, ладно. На тебе, Байрон, сейчас я тебе вальну. Как будто с джойстика играю, давай, вместе этого лу, блин. Лукасай, вместе. Автоатака, цел, прицел. Вот так. Но за Эдгара нужно автоатачить. Целиться за него. Зачем целиться за Эдгара? А вот за Фэнга нужно все-таки целиться. У него же ботинок! Накачайся. Так и думал, что сейчас оттуда кто-нибудь-то и выбежит. Так. О, победа! Изи. Справа давай. Хотя бы ты. Два метателя — это сила. Если с нами метать, то это класс.
Амер. Где-то мне вроде эта команда уже попадалась. На себе. Все туда пошли. А вы же не учли одну вещь. Я метатель. Мечтатель. А метателя. Я мечтатель. Как быстро она сложила меня. Погодите. Кое-какая идея. Сейчас он офигеет, какой я умею. Так, он меня не видит. Перебегаем в эти кусты. На тебе! Пока! Пока! Видали, как можно выгнать буленка за грома? Просто накопить льду. И буленок по какой-то причине побоится этого. Это же вообще не страшно, ни капельки. В кавычках. О, у пушки ровно 1000 кп. На тебе. Ульту пока покоплю. Буду неожиданно выскакивать. Ой. А еще не соглашусь. Так, давайте. Так, нужно сесть поровней. Так, давайте, бой начался. Так. Угу. На себе, кольтецкий, на вольтецкий. Только мистер Пи тут еще не хватало. Мистер Пи, это же имбищи. Я не знаю, что папа за него не играет. Это же идут, я имба. Эх, мне бы сейчас накопить ульту. Эх, как долго они летят. А вот когда две летят, то побыстрее. Я тебе еще сдам пенделя. Какого-нибудь пенделя. У нас есть пендель. А ну отстань от меня, пингвиненок. На тебе. Кошачья. Штучка. Так. Ульту пока покоплю. У меня надежды крутые есть. На тебе. Видали? Чтобы не захватывал. Неплохо я сражаюсь. Это всегда, по моему мнению, 4 победы осталось делать. О, соглашаюсь. Генерал Гафф согласился по какой-то причине. О, там Отис, и у него был Паротис уже. О, Гафф и Ева, отличная пара. Вот, видите, Фараотис у него. Точно так же, как и у меня. Кстати, я снял отдельный ролик, как я получаю Фараотиса. В ШОС. А ну, быстро посмотрели. На тебе, псина. Псину нужно выгнать. Выгнали псину. Выиграли, я сказал. Я тебе сейчас... Я псину увольну. Чучело милущего. А ну иди отсюда. Ничего. Но зато был угар. Изи. На тебе. За Грома все-таки сложно играть. Видали? Испугались немножко. А что поделать? Ха-ха-ха-ха. Видали, как нужно. Правильно. На кого-то, мне кажется, будет посложнее. Хорошо, что Эдгара не было.
уже хорошо, потому что он бы мог на меня напрыгнуть. И мне бы пришел конец. Ну вот, прям как сейчас. Давай, тарантас. А какое имя можно Тале придумать? Кроме Тарантас. Бутас? Бунтар. Да уж, плохо сыграла. На кого злиться, интересно? Эль Блима. Эль Калаш. Эль Карсон. И опять... А. Я думал, Тара сейчас опять проиграет. За 5 сек. Так. Посвечиваем. Так. А, хочет поживить. Но неплохо. Увернулся все-таки от моей гранатки. Но моя гранатка его догнала. Я перепутал слова. Это самый сложный квест в мире. На себе. Спрейчик отправил. А спрей никому не нужны даже, я так понял. А, гриб, отстань от меня, свинина. На себе. Ну, Бонни добила. Тебе же кранты. У Сквика оставалось одно КП вроде. Поемотайте, пожалуйста. У Сквика вроде одно или два КП было. О, неплохо. О, Сквик. Ну, это как всегда выживает. Суровая выживка. Нуба. А, это всего лишь клон был. Мне показалось то, что бойца Лолу, а не клона Лолу. Эго Лолу. Ха. О, иди. Неплохо. Одну победу осталось сделать. Я получился. О. Прикольно. И мне дадут 500 штучек. И у меня будет еще один большой ящик. Аутсайдер. Неплохо. Аутсайдер. Так. Что там стоишь? А, я даже не заметил стул. Я смотрел только на Эша. Какой он красивый был. О. Зачем ты кинул эту штучку? Зачем? К нам будет приходить этот Мишка... Нет, я забыл... Мишка... Мишка Фредди к нам будет приходить. Ты что, совсем сдурел? Гриф. К нам будет приходить же Мишка Фредди. Я же его пипец боюсь. Ставь лайк, если то. Хотя не. Можете не ставить лайк. Можете просто написать в комментариях. Да, боюсь Мишку Фредди. И все. Нате. Вот он, Мишка Фредди. Сейчас на этом поле. Походу не будет выходить из этого. О, у Сту ровно 100 КП. О, видали, как я красиво его задел? Не, ну просто красота. Ой! Ага. Мишка Фредди! Отлично, победа. Так. О, у меня 15 ранг на Громе. И квест выполнен. Неплохо, сейчас кое-что посмотрим. Так, раз. И
Все, 41 награда. Ну, а на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока!